28 августа состоялась встреча главы с представителями Зарайского общества слепых. За чашкой чая обсудили насущные вопросы, которые помогут организации повысить качество жизни и предоставление услуг для своих подопечных. Так, директорам было выдвинуто предложение в связи с программой по доступной среде инвалидов по зрению пустить маршрут городского автобуса по улице Советской до дома 77, где осуществляет свою деятельность общество незрячих. А также главу попросили посодействовать в решении вопроса с уборкой санузла и установкой перегородки, чтобы утеплить кабинет в зимнее время года. Все вопросы были взяты на контроль. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия КВАН, Зарайское кабельное телевидение. Вот напротив нашей сайты. Вот развернуться ему надо на улицу Рязанскую.